Всем привет, вы на канале Адили, и сегодня у нас обзор на мой Лего город. Начнем мы с вот этой вот новой части, которую я строил. Вот, ну и тут у нас первым делом стоит вот такой пикап. Ну, дальше ходят жители, машинки есть чуть. Дальше тут у нас, ну, знаки, дорога. Ну, мы сейчас не об этом. Вот, тут парковка. Как они менялись, тут стоит хот-дог. Ну, там газета. Мотоцикл с этой развозкой конфет. Дальше идет банк, на котором висит ниндзя. И флаг. Кто знает, какой страны, напишите в комментах. Вот дальше у нас идет человек, который жарит мясо, курицу. На крыше дома, потом ворона, потом вот такая вот инкассаторская машина внизу, дальше веломагазин и желтая машинка, кабриолет, дальше сантехник, чей-то валяющийся скейтборд, мотоцикл, потом цветочный магазин и куча людей. И вот этот вот новый дом, и тут прямо вот, когда вот у входа стоишь, видно, что кто-то торгует номерами машин. Потом рокер и горящий мусорник. Ничего не подозреваю. Потом у этого дома есть два балкона. Дальше идет на крыше мини-ресторан. И все. Тут такая вот двухспальная интересная кровать. Ну а теперь перейдем к вот этой вот части. Ну тут ничего интересного. Просто дорога. Сплошная дорога. Вот эта вот дорога уходит вон туда. Вот, дальше у нас идет такое вот двухместное такси. Потом грабители. Парк. И тут у нас идет пиццерия с ниндзя и велопарковкой. Кафе. Вот этот вот дом, еще один дом, мини-центр, жилой дом, пожарный участок, больница и полицейский участок. Вот. Ну и, наверное, возвращаемся к парку. В парке находится фонтан, вот такая выложенная красивая брусчатка. И тут ниндзя. Ну, это вы все видели в прошлом обзоре, но я скажу еще раз. Это вроде как развлечение. Тут есть учитель-ниндзя, который обучает тебя драться на мечах. И ты платишь деньги и занимаешься. Вот. Ну, тут, да, тут вот такая вот интересный дизайн входа в парк. И сами арки. Потом автобусная остановка. Куча знаков. Ну, клумбы. Потом вот эта вот часть относится к кафе, вот эти вот три качели, что-то вроде мини-площадки, мусорник, вот это вот мороженое и что-то вроде ларька, потом почтальон на трицикле, мусорники, ну и обклеенный магазин. Наклейки не леговские. Дальше кошка между пожарными затерялась. Вот, тут идет вот так вот. Ну, сами можете все разглядеть. Тут дальше идет муж вот этой вот тетеньки, излеченный из больницы с пулевыми ранениями. Он полицейский. Дальше идет полицейский участок. Вот такой большой. И есть отряд, ну, обход по городу или патрулирование солдат. В них проходит учение. Потом вот тут вот люди, как обычно, падают везде. Ну и тут тоже остановка, тротуары, люди. И вот такой вот большой-пребольшой город. Ну, наверное, самое такое, что вас, наверное, заинтересовало, это либо парк, либо вот эта часть. Ну, я вам еще сейчас быстренько расскажу о... То вон той вот части нет. Наверное, это будет отдельный обзор. И, кстати,
Кто хочет обзор на что-то, например, на вот эту арктическую станцию, пускай это видео наберет, ну, 5 лайков, ну, пускай. 5 лайков и обзор на Арктику. Вот. Ну и, наверное, все. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и всем удачи и пока. Пу!